Трэш, снятый на камеру, часть первая. Это связано с популярным блогером А4. Во втором видео со своим младшим братом по имени Глеб. Влад избил его за то, что он перестал его слушать, и один его помощник снял это на камеру. А вот так, а вот так, а вот так. А что ты, спать удумал во время ролика? Ага, а так? Как вы слышали, даже доносились какие-то звуки ударов, как будто он его трепал и бил, надеясь лишь ладошкой по телу. А потом он даже, видимо, заплакал. Как видите, на полу были красные капли, думаю, вы поняли, что это кровь. Лайки.